Ребята, судя по вон той тучке, я еду в самую жопу. Друзья, вы только посмотрите, где я сейчас нахожусь. Вон там вот паром, который едет сейчас с Норвегии сюда, в Данию. А завтра на точно таком же я поплыву в ту сторону. Все, мы в Дании. Все не по-нашенски уже сразу. Ну, сейчас хоть хот-доги нормальные будут. Так, тут сейчас стоянка где-то должна быть, вон знак. Сейчас мы на ней остановимся, может быть, чайку попьем. Спешить мне некуда. Время есть. Попьем чайку, перекусим немножко. А то я утром только хот-дог съел и кофе попил. Так. Какой-нибудь столик здесь есть свободный? Или вообще есть столики? Ну, если нет, то придется так. Ну-ка, тут полянка для собак, что ли? Ну ладно, здесь встану. А, во, есть столики, классно. Обалденно. Так. Что-то ручник перестал держать. Ну, плохо держит. Нехорошо. Опс. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I tease. Так, друзья, сейчас будем пить чай. Фу. Наконец-то можно немножко расслабиться, выдохнуть. Отличное местечко для приготовления чая. Кофе я уже сегодня пил, поэтому надо немножко взбодриться. Так. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Двигаюсь дальше сейчас, покушал здесь, немножко чай попил, с человеком пообщался, едет из Нидерландов, из Амстердама, подсказал ему сейчас насчет парома, он хотел ехать по мосту через Данию, а потом в Норвегию, я ему подсказал, что там ловить нехер, и реально лучше через паром, по деньгам на бензин то же самое ушло бы, что за паром, за то время сэкономит и побольше интересных мест увидит. Так что, ну, а я поеду дальше. Упс. В общем, не, классно вот так, пока в дороге едешь, столько людей вот познакомишься, со столькими людьми познакомишься, пообщаешься. Классно, мне вот это нравится. Ладно, сейчас лишь бы не было дождя. А то перчатки-то я не купил. То есть я какие хотел перчатки купить, тоже руковские, тоже только дождевые. Там был мой размер, но только одна перчатка.
А одну перчатку они там искали, искали, весь магазин перелопатили, найти не могли. Ну, я сказал, ладно, одну мне не надо. Видимо, это был знак. Так, ехать мне еще 341 километр. Так, максимальная 110, понял. Ну, все. Сейчас настрою свой этот темпомат. Прям красота, видите, он могу. Ой, держит уже траекторию. А то вчера, видать, левый кофр был перегружен. Руль отпускал меня, жип в левую сторону наклоняло. Я сейчас весь груз, то, что у меня был, самое тяжелое в этот, в центральный рюкзак запихнул. То есть центр тяжести ближе к центру сместился. Вот за что я Данию не люблю, это вот сколько бы ты ни ехал по этой Дании, вот все время такой пейзаж. Как бы ловить тут вообще нечего. Самая скучная страна в Скандинавии, наверное, это Дания. Ребята, судя по вон той тучке, я еду в самую жопу. Хотя здесь погода такая непредсказуемая, что все может резко поменяться. Ну, хочется, конечно, в это верить. Но что-то я сомневаюсь. Там вон впереди, по ходу дела, льет. Да. Ну, ладно. Что теперь делать? Придется мокнуть. Сейчас на 137 крон. То есть литр бензина стоит 14 крон 49 ихних там этих центов. Это я сейчас загуглил. 1,8 получается. Ну, почти. Ну, так же, как в Германии сейчас. Разницы нет. В Германии цены на бензин подскочили. Будь здоров. Блять, я не нарадуюсь этим ремням. Прям вообще вещь. То есть очень быстренько так раз-раз отстегнул, снял, пам-пам, все готово. Так, вот и кемпинг. Во, смотрите, вот уже море, прикольно. Где тут у них ресепшн? Ага, наверное, здесь. Ладно, поставлю здесь пока. Палатку поставил, сам переоделся, осталось только сходить в душ, смыть усталость сегодняшнего дня и будем готовить ужин. Ну, на ужин сегодня будет классика, это бич-пакет, и потом, наверное,
чайком за это дело запьем. Вон, смотрите, какой там у меня пейзажик. Это уже море. Я так понимаю, Северное море. И вон оттуда, там вот, где-то вот за теми домами, там уже идет порт. И вот в ту сторону, там вон даже видно сейчас инверсионный след от парома, который сейчас отчалил буквально минут, может быть, 15 назад. Как раз в сторону Норвегии. Давайте подведем итог сегодняшнего дня. Выехал я, было довольно-таки очень пасмурно сегодня. Ну и, в принципе, целый день была погода, в основном дождь. То есть иногда он не шел, но в основном он шел. Перчатки. Я изначально хотел купить перчатки. И видите, так судьба сложилась, что в магазине не нашли одну перчатку. Ну и опять же, это подумал, это знак. И вот я сейчас ехал, ну, руки намокли, да, в этих летних перчатках. Было немножко неприятно, но как только дождь прекращался, они очень быстро подсыхали. Плюс подогрев ручек немножко выручал хорошо. Тоже как бы компенсировал. Я думаю, если будет немножко холоднее, то все равно тогда можно будет одеть просто зимние даже эти перчатки, дождевые, теплые. И все. Поэтому решил на этот счет не париться. Я уже сегодня неоднократно в видосе повторял про эти ремешки, которые я купил. Вот это была хорошая инвестиция, так скажем, в эти ремни. Я у одного блогера как-то смотрел какой-то там обзор. Ну и он упоминал про эти ремни, именно вот про эту марку, все, что очень классные. И сегодня подумал, ну давайте попробуем. Так что вещь. Фу. И вот как сейчас я еду, да, вместо центрального кофра, вот этот мой рюкзачок, там у меня сегодня лежал спальный мешок, ой, не спальный, а этот коврик, палатка и стул я туда положил. Ну, в общем, тяжелые вещи. И вот самые тяжелые вещи я сейчас сместил к центру. И мотоцикл стал лучше ехать, легче управляться, то есть как бы, кофры стали легкими, и я их перестал практически чувствовать. Потому что сейчас самое тяжелое сзади меня, в центре, то есть центр тяжести более-менее за мной. Поэтому как бы нормально. А когда если вот нагрузить кофры, вот если они тяжелые, то управляемость резко меняется. И поверьте, не в лучшую сторону. Passes by and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die. Друзья, вы только посмотрите, где я сейчас нахожусь. Вон там вот паром, который едет сейчас с Норвегии сюда, в Данию. А завтра на точно таком же я поплыву в ту сторону. В общем, ляпота. У меня тут сейчас еще сосед появился, тоже на мотоцикле чувак с Гамбурга, немец, тоже едет на Nordcup. Ну, мы так что-то раз встречались немножко, с ним разговорились. Ну, мы можем вместе поехать, то есть пока интересы и маршрут совпадает, в принципе, почему нет. Ну, а там, как пойдет, посмотрим. Там вон закат, где-то там. Но поверьте, в реале это все намного красивее, чем на видео. Он потеплее оделся. Оделся уже такую зимнюю термуху, сейчас пуховичок. Так что спать буду уже в термухе. Потому что чует мое сердце, что вечерком будет прохладно. Точнее, ночью.